хотела провести. Сейчас я посмотрю, как вам видно будет, чтобы было и позицию видно, и то, что я рисую. Хотела провести трансляцию небольшую для того подразделения, которое я веду, чтобы не использовали этот дурацкий стоп-лосс, тейк-профит. Вот, давайте представим, что вот они у нас, вот он у нас бит. Бит – это вот лучшая цена покупки. Вот она вот. Сейчас на текущий момент по ленте она 215,7. И возьмем аски. Вот они у нас. Так, если вы закрываетесь лимиткой, допустим, по цене 20, то есть пока вот, ну, у меня не... Сейчас, секунду. Вот плюс дилинга, видите, я пока рассказывала, тут коллеги подсказали, что 60 тысяч брали. Так, они, по-моему... По какой цене они стояли? О, 214,4. 214,4. Да, где-то здесь. Хотите кофе? Давайте, в принципе, ладно, немножко порискуем, но я буду мониторить. Вот, допустим, лимитка у вас стоит по цене 20. Все, пока цена вот там сколько, 20-30 пунктов до вас не дойдет, вас не закроет. Если вам показывают, допустим, вот здесь зеленку, допустим, 5 пунктов, то когда цена дойдет до вашего тейк-профита, вас закроют не вот здесь, а вы как бы скинете позицию в покупателей. То есть вы вот это не заработаете. Собственно говоря, тогда вопрос, зачем пользоваться тейк-профитом? Вы можете тянуть, допустим, у вас будет потенциал здесь, допустим, 30 пунктов, и вместо 30 пунктов, чтобы закрыться лимиткой, вас закроют плюс 5 пунктов в нулях, фактически. Ну, если это, допустим, мечел, там по мечелу, по-моему, 4 пункта комиссия. Вот как бы логика такая. Поэтому не пользуйтесь всякими автоматическими этими приблудами. Элементарно сначала руками научитесь торговать. Так, дальше. Вот еще алгоритм. 250 лотов выставился. Сейчас его проели. Вот, я буду выходить. Все, я вышла. Надо было раньше выходить, когда убрали плотность. Я почему-то думала, что я буду переставлять. Меня каждый раз бомбит, когда ты ничего не говоришь об этом новичкам, ни слова. А в отчетах всегда находятся люди, которые ставят. Да, вот прикол в том, что в последней группе есть люди, которые вот этим вот занимаются. Мне уже пришлось капслоком просто писать в качестве аргумента, что никто из зарабатывающих трейдеров не пользуется автоматическими стопами. И тем более тейками. Я имею в виду из средних трейдеров. Не будем там брать трейдеров, которые позицию могут тянуть там по 1000 пунктов, не знаю, на том же Яндексе или сколько он вчера давал. Ну да, 1000, наверное, дал. Очень сложно людям просто брать и делать то, что им говорят. Как будто им говорят для того, чтобы их унизить или к тому, чтобы их как во что-то потыкать. Нет, чтобы вы зарабатывать начали. Какой смысл нам тратить время в таком случае? Это тоже больная тема для меня. Какое основание по ленте было? Пустой стакан же. Там 60 тысяч стояло, видимо, вы поздно присоединились. Пользователь под ником трейдер. Потом их сняли. Я думала, будут переставлять.